МКС на последних секундах полета к горизонту. О! Стоит камера. Оп! Только успел разложить штатив. Все, скрылся. Сбил меня с толку. А не, вон он еще за облаками петляет. Сбивается следом. Так, сегодня 16 июля. Зумирую. Стоит камера. Смещаю. Зумирую. Уменьшаю. Ну, теперь, наверное, точно все. Прорывается через облачка. Ну вот, где мы находимся. Ну, мали пусенький домой, давай. Смотри, следили до самого горизонта практически. Ну ладно. Говорим МКС, до свидания. Сбил меня с толку. Только приехал на точку сборки. Поохотиться за кометой. Вижу, что виден один Юпитер. Вот он. Кстати, только что в комментариях читал, почему вчера, ну то есть вчера, сегодня утром, сегодня в 2 ночи. Снял Юпитер, Сатурн, Луну, а Марс не снял. В основном вот потому, что такая погодка у нас. Облака тут есть, там нет. Вот он Марс, на него наводишься. Хлоп, нету Марс. Вот он Юпитер. Со спутничками своими галилеевыми. Сейчас будем попадать на Юпитер. Или в Юпитер. Так, справа у нас спутник. Самый правый — Каллисто. Потом идет Ио. Потом уже слева от... Посмотри, да. Ныряет камера вниз, не хочет наводиться. Перевешивает объектив фотоаппарата. Потом за Ио идет Юпитер. Потом за Юпитером Европа и крайне левый Ганимед. Вот так попробуем. Сейчас буду вперед наводиться, оно может перевесит как раз туда, куда надо. Сейчас резкость попробую вам по глазам поиграться. Ай. Все, отошел от штатива. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня 16 июля 2020 год, Харьков. 21:29 по Киеву. О, вон Юпитер, ой, Юпитер, Сатурн из облаков показался. Сейчас, значит, снимем еще и Юпитер. Как только у нас выползет. Да, с МКСом удачно получилось. Не ожидал, что подоспею-то и забыл вообще. Да, меня спрашивают тоже в комментариях, откуда я знаю, что это МКС. Ну, во-первых, он много-много ярче, чем остальные спутники. Также тяжело спутать на ночном небе Юпитер или Венеру с чем-нибудь еще. Видите, еще. Даже не абсолютно темно. В принципе, цель выезда...
надежда хоть между облаками попытаться увидеть комету. Вот это у нас Сатурн. Комету S2020-2020F3. Чтобы эти аббревиатуры не значили, ну кроме 2020 понятно. Это год, а что остальное без понятия. Neowise. Оказывается, Neowise ее название, потому что телескоп, который мы впервые увидели, называется Wise. В общем, такую версию я слышал. Она меня вполне устраивает. Думаю, вам сойдет за правду. А то у меня были такие конспирологические теории. Neowise. Wise. Умный разум. Новый разум. Братья по новому разуму. Так. Сейчас еще в плотных слоях атмосферы Сатурн. До него, да, до Юпитера было 619 миллионов километров. 14 числа, то бишь позавчера, была оппозиция. На одной линии был Юпитер, Земля и Солнце. И на ближайшем расстоянии к Земле. Километров до него. Так, сейчас я еще и с ним резкостью попробую поиграться. Может, это не все облака. Может, что-то и техника вытянет. Ничего она не вытянет. Да, так что про Neowise. Это комета, которая в июле месяце уже дважды ее снимал. Вернее, снимал-то трижды. Сегодня ночью совершенно неудачно. Не получилось ее запечатлеть. Так, как его найти? Она находится на северо-западе. Хороший ориентир — Большая Медведица. Здесь у нас будет Большая Медведица. Видно, что это запад, да, по цвету неба. Время я озвучивал. Значит, ковш Большой Медведицы. Вот три звезды ковша, которые в линию выстроены. Если их вниз опускать к горизонту, практически наверняка вы на расстоянии двух расстояний. На расстоянии двух расстояний. Тавтология. На расстоянии двух дистанций между этими тремя звездами ниже будет ориентировочно эта комета. Облака нам мало шансов оставляют, но может хоть что-то. Ладушки. Будем ждать.